День двора в компании исторических личностей. В микрорайоне «Красный текстильщик» состоялся праздник для жителей окрестных домов. Его организовал театр «Зазеркалье» при поддержке администрации городского округа. Всего запланировано 5 подобных мероприятий в разных районах Серпухова. И уносит далеко, далеко. Далеко, в старые добрые времена перенесло гостей праздника представление театра «Зазеркалье». Под пасмурным летним небом, в уютном скверике микрорайона «Красный текстильщик» зрителей приветствовала знакомая каждому серпуховичу купчиха Анна Васильевна Мараева. Почтенная горожанка пришла не одна, а в компании известного серпуховского мецената Коншина. У нас сделан новый сквер, где жители могут прекрасно отдохнуть. Великолепные лавочки, дорожки, все благоустроено. И вот такой первый праздник двора для жителей микрорайона. У нас театр «Зазеркалье» подготовил конкурсы, концертную программу. Я думаю, что это замечательно, и погода нам не помешает. Представление получилось интерактивным. Артисты театра успевали поиграть с самыми маленькими зрителями. Люди хотят праздника, соскучились, а мы как соскучились по зрителю. Дело в том, что мы как-то эту программу готовили, она у нас была в репертуаре, и вот как-то она понравилась тем, что, во-первых, мы очень любим историю, мы очень хотим рассказывать людям об истории, тем более это Серпухов, и молодежь должна это все знать. Впереди у «Зазеркалья» открытие театрального сезона. А пока артисты общаются со зрителем в формате праздника под открытым небом. Всего таких встреч запланировано 5. Первая уже состоялась. Но очень скоро купчиха Мараева и меценат Коншин побывают на площади Юбилейной, в Ивановских двориках, в микрорайоне имени Нагина и на улице Октябрьской.